Как меня бесит это говно в Ютубе. Какое именно? А вот такое, что чем больше ты стараешься, чем ты выкладываешься, затрачиваешь кучу времени, тем видео вообще оно нахер никому не надо. Те единственные люди, которые посмотрели видео, над которым ты старался, да, они очень сильно благодарны тебе, там такие комментарии, что просто ты думаешь, блин, какой я невероятный чувак, я очень сильно кому-то помог. Но ты смотришь количество просмотров, их просто нет, их нет. Никто не видел твое видео, только 10,5 человек, и все. Ты старался целую неделю, там, по-разному пытался сопоставить свои предложения. Пересматриваешь, как, что, к чему, чтобы человек понял. И пересматриваешь то, что ты там намонтировал, чтобы было понятно. Переделываешь, если что-то не понравилось. И только когда все более-менее хорошо и доходчиво объяснено, только тогда ты это все рендеришь и выкладываешь на канал. Все. Должно быть идеально, всем понравилось. Придумываешь название, чтобы было понятно, о чем речь идет в видео. Теги подбираешь. Смотрит 10 человек, они благодарны. Все, просмотров вообще нет, всем срать. Зачем ты целую неделю тратил времени, целую кучу этого всего монтажа, шмонтажа, мысли там, вся голова забита одним этим видосом, сидишь думаешь, для чего все это говно? Потом ты выкладываешь видосик, который просто в нем нихера нет, ты тупо его высрал за полчаса, и это самый популярный видосик на твоем канале. В нем вообще ничего нет, ты просто рот пооткрывал, вообще неизвестно на что. Так вот, на это любись, сделал, все. Смотришь, потом открываешь топ Ютуба. И там половина, а то и почти все, что забито в топе Ютуба, это какие-то срачи, хуячи, какие-то скандалы, какие-то без монтажа дерьмо, просто ни о чем. То какое-то видео с картинками, просто картинка листается. Что это вообще такое? Плюс еще меня накаляют всякие голосования и опросы на Ютубе. А вы довольны тем, как платформа YouTube поддерживает начинающих там блогеров, шмлогеров, стримеров, игровые каналы? Да ничем я не доволен, вообще абсолютно. Чем более тупое говнецо ты высришь, тем больше оно набирает просмотров. Главное влезть в нужное время в нужный срач. Все. Больше ничего не нужно. Такое ощущение, что все большие каналы на Ютубе это каналы, которые либо созданы так давно, когда этих срачей не было, либо они выехали на каких-то срачах, либо дорогих рекламах, а потом начинают делать нормальный контент. И время от времени нужно подкидывать этого срача себе на канал, либо рекламы, чтобы нагонять новую волну людей. Иначе на Ютубе вообще существовать такое ощущение, что невозможно. Я уверен, что вот эта вот болтовня, записанная за 10 минут, наберет больше просмотров, чем видео, которое, сука, я делал ебучую неделю. Хотя, если почитать комментарии под тем видео, которое я долго делал, все очень сильно благодарны. Но у меня нет желания делать следующее такое же видео и тратить на него неделю, потому что благодарных людей будет, опять же, человек 10. А вовремя выпущенный срач на канале наберет тысячи просмотров. С одной стороны, а YouTube тут при чем, если, видимо, люди желают только срач смотреть? Это ж так интересно, посмотреть, кто там кого хуесосит, или у кого там что-то где-то плохое произошло, в стране в какой-то срач, или у людей известных какой-то срач. Это же так интересно. А посмотреть полезный какой-то красивый ролик, либо информативный, либо юмористический, познавательный, либо еще какое-то направление. Это же смотреть практически никому не интересно. Реально годных каналов на Ютубе, их, наверное, по пальцам можно пересчитать. Остальные в основном срачи, хуячат как просто с пулемета. И что остается? Два пути. Влезть в какой-нибудь срач, либо ввалить кучу бабла, которой нету, в рекламу. И что ты, YouTube, думаешь, я доволен твоей площадкой для развития начинающих игровых каналов, либо маленьких игровых каналов? Я просто в восторге. А потом вы у меня спрашиваете,
а где следующее видео из вот той вон рубрики? А следующее видео из вон той вот рубрики находится там же, где и количество просмотров прошлого видео этой же рубрики. Нигде. Поскольку заниматься просто весельем и какой-нибудь хренью более выгодно. Потому что КПД сложного видео на ютубе равно нулю. Но зато КПД высранного видосика ни о чем равняется просто невероятным высотам. Таких цифр даже не существует. Что можно сделать и получить за просто высранный видосик? Всем спасибо за просмотр, всем удачи, играйте красиво и пока!